И вот, наконец-то мне дошли руки сделать обещанное вами видео на гимн Украины. Дальше я переведу вам слова гимна Украины на русский язык и сделаю небольшой анализ, как эти самые слова, самые главные песни страны, сотворились со страной то, что сейчас происходит. На самом деле я сторонник именно той мысли, как вы лодку назовете, так она и поплывет. И это будет первое видео, начало подобного цикла видео, в котором я попытаюсь доказать, что то, что, о чем мы думаем, говорим и поем с дрожью в сердце, с мурашками на теле, на самом деле сбывается. И приступим. Еще не умерла в Украине и слава и воля. Как интересно сказано, то есть все эти 23 года независимости и пение этой песни, вот с таким вот стоя, понимаете, еще и мы ожидали первые слова этой песни, еще не умерла в Украине, это стадия, когда вот она наготове, то есть стоит немножко подождать, люди, ну чуть подождем, еще не умерла, давайте ждем, вот, и... Вот, конечно же, еще нам улыбнется судьба, и мы опять же ждем ожиданий. Зачем нам что-то делать? Мы ведь всего лишь ждем, и судьба, она ведь такая штука. Вот возьмет и сделает эта судьба так, что исчезнут все наши враги. Зачем что-то делать? Мы всего лишь будем петь, думать о том, что вот они возьмут и исчезнут. Солнце ярко-ярко засветит, и они прям возьмут так вот и растают на, вот на этом самом солнце. Вот тогда мы как раз и заживем. А я-то думал, и все наверняка думают, когда же? Всего лишь осталось подождать, пока солнце ярко засветит, все враги пропадут, вдруг растают на этом солнце, и вот тогда мы заживем. И тогда мы будем владеть своей страной, собственно. Весь народ, вот те, которые поют эту песню вот так, с дрожью в сердце, это самое и дождутся. Вот кульминация всего этого процесса. Конечно же, заплатить все-таки готовы. Чем? Душой и телом. За свободу надо платить. Вот. Вот чему эта песня учит. С самого-самого вот начала. Я не знаю, когда этот, вернее, я знаю, этот гимн давно придумали. И вот тут он учит, что надо положить душу и тело. Чем, к сожалению, сейчас и занимается молодежь, призванная в армию Украины. За свою свободу. И покажут они, что они казаки. На самом деле этот гимн, я ведь учил его в школе. И да, я его всегда, он меня всегда возмущал, этот гимн, на самом деле. И вот сейчас я решил рассказать вам это, показать, насколько это все связано, и это все сбывается. К сожалению, но факт, это все сбывается. И лучше показать вам гимн России для сравнения. Россия священная, наша держава. Вы слышите эту разницу? Музыка Советского Союза гимн. Начало этой песни. Но это совершенно два разных гимна.
Не буду удивлен, если гимн Украины написали когда-то еще. Когда-то еще те люди, которые были готовы развалить страну, как сейчас. Те американские друзья или какие-нибудь там заокеанские друзья, может, англичане, я не знаю. Ну, в общем, разница налицо. Могущая воля лицо. Люди, гордитесь своей страной, пусть она славится. Всего лишь простые слова, которые несут истину. Истину, которой нужно придерживаться. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса. Вот утверждение, она хранимая Богом, она уже родная земля. И не надо ждать кого-то, пока там что-то свершится или какое-то событие вдруг произойдет, и манна небесная все же спустится. Утверждение, Бог любит и Бог с нами. Мудрость, которая дана предками. То есть историю не переписывают, не пишут ее заново, как это делается в Украине. Новые книжки по истории, они, люди ссылаются на историю своих предков и делают какие-то выводы с этой истории и совершенствуются, соответственно, ей. Всего лишь несколько простых слов. Славься, страна, и мы гордимся тобой уже. Вот, ну, блин, комментировать этот гимн, это абсолютно вообще бессмысленно. Я думаю, все понимают, о чем здесь. Широкий простор для мечты и для жизни. И вот последнее. Широкий простор для мечты и для жизни. Элементарная вещь, заложенная здесь. Мечтайте. Вам дана огромная территория. Мечты, они могут сбыться на этой большой территории. Всего лишь надо мечтать и жить в этой стране. Ну, в дальнейшем, дальше я не буду продолжать этот гимн. Он на самом деле отличный. Мне он нравится. Мой ребенок, Даша, она любит эту песню. Это сейчас ее самая любимая песня. И включи, папа, пожалуйста, гимн вот России. На самом деле, про гимн Украины мне так не просили. Вот какое видео хотел снять для вас, и это сравнение, я думаю, очевидно, но факт. Вот с этого видео я начну цикл, как наши мысли, наши действия, наши поступки, наши слова делают нашу жизнь. Спасибо за внимание, это был я, Данил, с вами.